Бонжур, мон ами! Сегодня с вами Вакод, и мы играем в Space Engine. О боженьки, какие лаги, какой ужас, но это не так важно, потому что сегодня мы нагибаем рандом в танках. Ладно, шучу, конечно же нет, потому что мы играем в Space Engine, а значит тут нет танков, да и рандома здесь нет, потому что тут полный хаос, трешняк и садомия. Ну, в принципе, ничего другого ожидать от инженеров с ихней оптимизацией не приходится, поэтому так. Да, какое-то странное начало, но неважно. Сегодня у нас много дел. Сегодня, во-первых, появился прекрасный мод. Ну, точнее, не мод. Ну, точнее, появился не сегодня, но уже давно. Просто для вас это сегодня, потому что, типа, я снимаю сегодня. На самом деле, он появился сегодня, а для вас это уже завтра. Или... Не, подождите, я запутался. Неважно. Короче, суть в том, что мод уже появился, и я его сейчас буду устанавливать. А мод просто феноменальный крут. Феноменально крут. Вот, именно так я хотел сказать. В чем же состоит мод? А сейчас я вам все объясню. Давайте я сейчас быстренько подготовлюсь. Так, давайте сначала включим говнюшечку. Нам нужно, самое главное, нам нужно включить нанитов, потому что без нанитов жизнь не жизнь. Давайте отличим от этих убогих, обездоленных мсье, которых мы только что уничтожили. Ну, не только что, вчера, потому что для вас это было вчера, для меня это все еще... Для меня это тоже было вчера. Я записываю уже на следующий день. Ship fuel load? Что, прикалываешься? Борзел или что? Бык! Бык! Кстати, уже параллельно я строю в креативке корабль. И пока что получается что-то грандиозно прекрасное, так что вам, думаю, понравится. Ну, мне точно понравится. Я попытаюсь переплюнуть фрешей с их 401. О чем это говорю вообще? Ой, случайно оговорился. Это забудьте все, что я вам сказал. Ну что ж. Твари. Так, нам нужно включить нанитиков. Нанитики, они и так включены. Вот как интересно. Ну ладно, раз нанитики включены. Ух, у меня фпсик просел. Ух-то просел. До 19 уже. Повернулся в другую сторону, уже 20. Ну, я вам скажу, все равно проседает. Фпсик, конечно. Не камильфо. Совсем не... А нет, все, теперь полегчало, но все равно не намного лучше. Да, надо мне уже видюшечку новую. Надо видюшечку, господа. Ничего, через пару месяцев куплю, и будет все как в шоколаде. Так, вот тут у нас маленькая такая штука, чтобы мы могли строить корабли. Я, кстати, не знаю, работают ли она с нанитами. Давайте мы сейчас это и проверим. Да, нанитики сейчас начнут возмущаться и лететь. Так что мы... В этом плане мы с вами все сделали. А зачем сюда спускался? Зачем я... Как испугал ты меня? Зачем я спускался? Что-то было важное. Не помню. А, точно. Поставить блок. Нам нужно поставить еще один дополнительный компьютер. Компьютер, я сказал. Или как он называется? Программируемый блок. Да, вот программируемый блок. У нас... скажем так, серверная в той стороне. Так что мы идем туда. Так. Да, я немножко замудрено и немножко тупо. Но мне кажется, если буду каждые 5 секунд все вырезать, это будет еще тупее. Поэтому я оставляю. Так, нам вот так. Серверная. Ла-ла-ла. Этот компьютер у нас отвечает за панели, которые показывают нам количество говна, то есть количество ресурсов и всякого барахла у нас на корабле, а вот этот будет нам показывать что-то другое. Так, редактировать, что за хрень, по дефолту, по мастерской, загрузись, мастерская, вот. Feels Ship Diagnostic. Окей, да окей. Вставляем. Проверить код. Компиляция завершена успешно. Вот так вот. Да? Я что-то намудрил. Проверить код. Окей. Запомните, выйти. Все, теперь все работает. Теперь нам нужно зайти в настройки. Настройки премногоуважаемого таймер блока. Мсье, извольте. Задать действие.
мы добавим к тебе друга. Тебе можно перенести? Нельзя, но неважно. Давайте мы программируем блок 2. Вот. Да что ты будешь делать, демон усатый? Выполнить. Конфирм. Все, теперь все будет работать. Или нет, потому что... Ну, проверим. В общем-то, собственно, проверим. Теперь самое интересное. Нам нужно идти в местечко, куда... Ай. Ауч. Куда мы поставим наш кораблик. Собственно, либо вот сюда можно поставить, либо вот сюда. Сложно. Сложный прикол, пацаны, сложный. Ну, давайте попробуем все-таки. Я просто еще не пробовал, поэтому я не знаю, как оно будет. Широкая шика-панель. Давайте мы ее вот сюда приколошматим. На нитики, друзья, товарищи. Ждем вас. Господа, господа, будьте добры. Мсье, где же вы, где же вы? Угу, мерси, очень-очень спасибо. Благодарны, благодарю. Так, теперь... Так, подождите. Ай, нет. Ха. Вот, мы заходим. Теперь такие... тыц-тыц, это... Так, давайте. Почему никто? Долбаны наниты. Да все мое! Everything is mine. Что это? Коннектор. Коннектор? А, это тот коннектор, который у нас в ангаре. Понял. Осознал свою ошибку. Так, теперь мы делаем публичнее. Публичнее. Так. А теперь нам нужно как-то назвать. Только я не помню как, поэтому давайте пауза. Я не уверен, но как-то вот типа так. Скрин диагностик. Диагностик. И... даже не знаю, но пусть будет, блин. Опа, опа, джигурда, мне в шоколадный глазик работает. Там как-то было типа 0, 1, как-то вот, как-то так. Смотрите, вакуум, что же это бред такой? Ну не работает, ну блин, не работает и все. Тут надо размер шрифта. Или нет? А не знаю. Должно работать. Господа, ну я не знаю. Может надо подождать, потому что там было написано, что, мол, дружище, нужно просто подождать, пока оно все настроится. Ну, давайте подождем, а пока пойдем делать корабль. Le ship. Так, спускаемся. Ух, просаживается ФПУсечка. ФПЛюлюсечка просаживается, это не камильфо. Нам нужно сделать... кораблик. Я так предположил, что, наверное, чтобы не париться, можно сделать сразу же большой реактор. Нам, в принципе-то, в принципе, никак не влияет, какой будет реактор. То есть нам главное, чтобы был корабль, и он мог летать. Все остальное — это уже мелочи жизни. Так, после... сразу же напрямик к реактору можно маленькую кабину. Нам больше кабины не нужно. Вот так. Осталось двигатели. Давайте... Нам слишком много двигателей не нужно. Вот, кстати, даже не знаю, можно взять пару таких двигателей, а пару воздушных. Давайте по одному воздушничку сделаем. Где там воздушники наши? Воздушный двигатель! Призываю тебя! Так где же ты, демон? Вот он. Мы добавляем. Вот. Нужна большая стальная труба. Да ты что, вообще рамсы попутал? Ты не на того напал. Блин, тут еще... это, конечно, попадало, потому что тут нету других вариантов, как мне достать его. Какая-то грустняшка, на самом деле. Ладно, сейчас. Все, Мсьева код готов. Теперь мы сейчас поставим двигатель воздушный сюда. Воздушный двигатель вниз. Потом...
Блин, я тупо боюсь, что если сейчас выключу этот корабль, он выключит все сразу. Так. Видите, вот когда строишь его так неприземленным, почему-то двигатели смещаются. Хотя на самом деле в обычном этом оно так не будет. Когда будем летать, он все будет как по маслу. Ну а пока это довольно грустно и некрасиво. Ну, как есть. Как есть, господа. Так. Вот эта штука нам нужна. Так, нет, давайте, наверное, лучше сюда. А сюда пусть будет вертикально вниз. Ух ты, а ионики все-таки не достраиваются сразу. Для них текстурка есть. Да, я знаю. Я знаю, что оно выглядит как говно собачьего бомжа, но пусть будет говно собачьего бомжа, чем ничего. Будет быстрый говно, чтобы собачья бомжа, так что радуйтесь хоть этому. Так. Я просто не хочу тратить много ресурсов, чтобы, знаете, как можно компактнее все это было. Так. Теперь давайте поставим по одной ласте. Да, да, да. Вакот скатился, Вакот уже не умеет строить. Фу. Отписка. Дизлайк. Дизлайк, Вакот лох. Хэштег Вакот не умеет строить. Но я просто устал. Я устал. Хочу любви. Ладно, не хочу. Ну, точнее, хочу, но в плане... Ну, короче, отстаньте от меня. Все, ой, все. Ой, все. Все хотят любви. А на лапа хватит? Хватит! И так пойдет. Ну что? Что еще нужно? Гироскопы. Давайте еще поставим парочку гироскопчиков. Это будет очень, очень колхозненько. Очень колхозненько. А, у нас еще нету, походу, двигателей сверху. Давайте один двигатель сверху поставим. Чтобы совсем стрёмно было. Ну, знаете, вот, типа, если он еще не был стрёмным, то сейчас он будет вершиной отвратительности. Все. Батя сказал, что сделать. Сделал. Все, завидуйте, глупцы. Осталось добавить воды. Ладно, шучу, не воды, урана. А у меня есть уран, кстати? Ух ты, сколько мне урана! Класс, класс, класс. Но его нужно положить, потому что мне столько урана явно не пригодится. Давайте возьмем 30 урана. О, думаю, нам более чем хватит. Хотя, если подумать, что мы на другую планету летим, чтобы там не остаться случайно. Все, вуаля, теперь у нас есть кораблик, который даже летает. Все. Маленькое летающее одноногое говно. Можете, кстати, его даже как-то назвать. Как по мне, бабаёшка, потому что у него одна нога, типа, и он такой весь дофига крутой. Взял, прилетел, встал. Все. Пусть он распределяется между реакторами. У нас 3 реактора. Кстати, на Iron Sky очень мало реакторов, потому что на первом Iron Sky их было больше. Их было около 6, а тут только 3. Вот такие вот дела. Так, вообще сначала, мне кажется, нужно хотя бы куда-то посадить обычную Iron Sky, а то, зная наши любимые инженеры, я вот лечу, а он где-то упадет, разобьется, превратится в говно и так далее. Ну, в принципе, ничего. Это все? Ты должен был мне пока...
Ладно, мы сделаем по-другому. Мы сделаем. По-другому, я же сказал. Сделаем так. Мейн. Угу. Get back, motherfucker. You know me like that. Он сканирует, видите? Это верхний этаж. Этаж пониже. Что-то не так. Что-то не так. Таймер, подождите, таймер. Таймер. Каждую секунду. В чем проблема? Ладно, разберемся уже по ходу дела. А пока давайте. Так, явно нам три реактора не хватает. Нужно будет попробовать поставить еще дополнительный. Ship hello. Хватит ныть! Истеричка! Нам реакторов не хватает. У нас уже слишком большой расход. Нужно менять его. Менять этот процессор. Фу, процессор. Блок питания надо менять. Ой. Так. Давай друг... А, у нас же включены еще и воздушные двигатели. Вот так вот и закончилась история о великом Вакоте. Когда он упал с горы. Ладно, нет, мы не упали. Что-то тут-то не так. Ну, прям по-любому что не так. Ну, ладно, разберемся. Разберемся, пацаны. Все будет чики-пуки. Так. Зачем я так по-дебильному вышел? Знаете, мне чем-то напоминает вот это все. Такой, знаете, какой-то очень уютный скайримчик. Есть воин, что силу древних сердца несет. Внемлите, дракона рожденный грядет. Его крик полный силы небосвод сотрясет. Поверь, губитель драконов грядет. Все нечистое сгинет, и враг наш падет. Готовьтесь, дракона рожденный грядет. И отступится тьма, и предание взойдет. Узнай, губитель драконов грядет. Так, Игрик. Go! Воу! Я могу пролететь и не разбиться? Офигеть. Знаете, мне нравится. Он, конечно, на вид как говно собачье, но из-за того, что он такой легкий, он летает как сучка. Сколько нам там? На 15 часов мы можем. Ух, какие лаги. Оп. Это круто. Ладно, отправляемся. Серьезно? Подождите. Это не смешно. Я перепутал кнопку. Как-то уже не смешно совсем. Эй! Не говорите, что я сейчас разобьюсь. Пожалуйста. Это будет крайне, нелепо. Так, теперь у нас игра «Найди корабль». Та шакала мне взад. Хоть смогу приземлиться?
Пожалуйста, 29%. Давайте приземлимся. Да, это было глупо. Ладно, ребята, сейчас быстренько найду корабль, потому что... Или не найду. Одно из двух. Так, ладно, пауза. Ну что ж, вроде бы вот он, видите, черная точка, вот он, вот, ровно в перекрестии. Сейчас попробуем к нему долететь и не умереть. Давай, давай, кисунчик, давай, мы сможем с тобой долететь. Давай, 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 давай. Главное не перелететь его, а именно долететь. Ван Лавбич. Так. Так, 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 так. Ой, блин, а мы забыли. Кислородный баллон, ладно, а вот в водороде хорошо, что взяли. Так. Ну что ж, теперь сами летим. Да, это выглядит очень глупо, и корабль похож на... Какой-то птенчик. Мне даже жалко стало. Так, что за херь? Salvage Facility. Уже с космоса их увидел. Ничего себе. Чудеса прям. Ну ладно. Давайте хоть посмотрим, что это. А планетка-то действительно приятнее, смотрите. Давайте мы сейчас... Где-то подальше от них. Так. Вот, смотрите, какая крутая местность, серьезно. Вау. Тут, по идее, воздух. И тут можно открыть скафандрик. Шлем снят. Ну что, прикольно. Не знаю, мне нравится. Не, серьезно, классно. Ну разве нет? Травка. Кстати, деревьев нет. Ну, почти нет, но там, видимо, есть. И получается, что тут, по идее, тоже фпсик небольшой будет. То есть, будет довольно... Ой, а тут, походу... Корабле нужно включить. Что это за прикол? Ага. Опс. Пардон, господа. Кондиционер решил, что ему нужно включиться в данный момент. Поэтому, короче, и все. Так, летим. Это у нас Salvage Facility Feeling Real. Надо бы хоть какие-то эти поставить. Кораблик-то шо... Ох, что за хрень? Это корабль? Что, это ракеты такие? Да не поверю. Да не может быть. Ракеты так не стреляют. Это пушка. Твою мать, у них пушки уже.
Маленькие выроки. А, ну я что, батя на дебаха? Я их не боюсь, не боюсь, пацаны. Ну что, что вы со мной сделаете? Ха-ха-ха, лохи. Лохи! А у меня самый быстрый корабль.